Ну что, ребят, всем еще раз привет, мы с вами возвращаемся в прямой эфир, и вторая карта стартует у нас после очень короткой паузы. Team Secret против Mind Sentry, еще раз вам напомню, Dota Pit League, вторая карта нашего единственного на сегодня матча. 1-0 пока, Team Secret первую карту выиграли, игра была очень интересной, если вдруг вы ее пропустили, можете уже скоро наблюдать ее в повторе, скажем так, в вводе на моем YouTube-канале, youtube.com/adequatTV. Думаю, найдете. Там матч уже обрабатывают в течение получаса. Думаю, будет смотрибельно уже. Вот, ну, много было вопросов. X-Secret, Mind Sentry. Ну, давайте лучше приступим к просмотру второй карты, чтобы уже расставить все точки над и узнать, кто же на данный момент сильнее, Mind Sentry или секретные ребятки. Итак, Team Secret за Рейден забирает себе Виспа и Пака. Mind Sentry забирает Огрмага и Джакира. В бан отправляется Элдер Титан, Брюмастер, Фантомка. Минусует также Тайдхантера, Вайпера, Леджин Командера, Разора и Вич Доктора. Ну, опять же, по суперактивных героев набрали себе обе команды. Снова Висп, кстати, заезжает ферст пиком от Пупея. Очень нравится им этот герой. Ну, если так вспомнить, да, и просмотреть предыдущий матч, мы помним, сколько было моментов, когда пытались Mind Sentry кого-то забрать, но Висп беспощадно этого пацана выхиливал. Но Тейл, конечно, творил чудеса на Виспе. У него вот Инь-Янь сейчас на аватарке стоит. В балансе, в гармонии находится, но Тейл на Виспе действительно гармонично очень выглядит. Тролль Варлорд у нас третьим пиком от Mind Sentry. Снова не очень неожиданные пики от этой команды. Мы смотрим, чем ответит Пупей. Ну что, вот тебе Пупею есть смысл подумать. Действительно, Тролль Варнер не очень неожиданное решение. Но, вы знаете, парень этот с руки будет щелкать неплохо. С учетом того, что он сам под батл трансом там наваливает, будь здоров, так еще и Гармак его сверху будет бафать. Ну и, например, опять же, Тролль Варнер может быть здесь не самым ключевым героем. Я даже уверен более чем, что это не ключевой персонаж. Будет какой-то жесткий керри. Типа Свена какого-то, я не знаю, что-нибудь еще такое. Вот, и на него будет там вешаться баф от Огрмага Bloodlust, и тролль будет периодически включать свой батл транс. Там, конечно, дэмэдж будет влетать как надо. Ну и Дума пока забирает себе Пупей. Ну так, на всякий случай, герой, скажем, универсальный, кого-то выключить за месяц, а полезно. То же самое у тролля, например, чтобы не мешался. Хорошо, ну и открывай, Грязин, секрет. На какого героя расчет? Кто это тот самый жуткий дэмэдж-дилер, который будет уничтожать Team Secret? А он, видимо, еще и сам не знает, какого героя взять. Давайте вместе поможем искать Грязину хорошего керри, который будет бить с руки. Не, ну Свен мне очень нравится. Рискнуть ли вот через такой пик поиграть? Я помню, одно время одна команда так и исполняла петля. Но Мирану решили взять, окей. Ну, Мич на Миране отыграл неплохо. Мы помним, Мидас собрал на 16-й минуте. Потом у него появились всякие там Йолниры. Что-то еще. Ну, то есть, более-менее артефакты какие-то собрал. Свой импакт в игру, скажем так, носил. Ну что, Пупей, на чем пупеть будешь? Ну, пока Пупей у нас думает, еще раз, ребят, сообщу, что по-прежнему открыт конкурс. Ну, конкурс в виде двух вещей. Во-первых, нужно было угадать результат в моем паблике, результат этой игры. Вот, и после окончания одного из тех, кто выполнит все условия, то есть угадал счет, сделал райк-репост, подписался на мой паблик vk.com/adequatTV, получит сет на пака один из этих ребят, ну и каждый,
кто подпишется на канал, который вы смотрите, twitch.tv/adequat, получит рандомный сет в подарок. Ну, подписка платная, думаю, вы знаете. И какие бонусы вы получите, можете посмотреть прямо под твичом, если у вас отдельный вклад открыт. Ну или в паблике, опять же, вся информация есть. Ладно, Марфа решили себе взять Team Secret, и вот теперь знаем точно, на Тейл с кем будет привязываться. С Куроки, конечно же, будут они бегать, Физ плюс Морф. Yes, сразу же Сенчит Париж попадается в бан, и Мипошку забирает себе Майн Сенити. Веселух какая пошла, это интересно. Это очень-очень-очень интересно. Ну, я, кстати, вам хочу напомнить, да, может быть, вы не в курсе, кто такие Майн Сенти. Я тут посмотрел, чтобы точно подтвердить свою информацию. Лизард, товарищ Лизард, который играет Майн Сенти, да, он топ-6 Европы по соло РММ. У этого парня на текущий момент 7171 очко. Вот так вот. Выступает он только нашему Алоха Дэнс немножечко. Так что неплох Лизард так-то, да, тоже соло-задрот. Ну и также у них есть Мич, например, который вот хорват. Мич, он на 32-й позиции, у него 6600 соло РММ. То есть эти ребята, как терпеть, как играть в команде, прекрасно знают. Значит, таких результатов не достигли. Ну, остальные игроки, тут я не вижу, не светились особо в топ-200. Вот. Поэтому просто, видимо, приятные им люди для игры. Так, ну что, это Свен. Я ожидал появления Свена от Майн Цинти, но добрался этот герой для Team Secret. Вот так вот. Да, это суппорт Свен, кстати. Warcry, все дела. Может быть, Академчик прикупит какой-то. Я давно хотел увидеть в профессиональной сцене Свена, который купит себе Аганим. Вот очень давно хотел. Я надеюсь, что ППМ меня порадует, как Свен Блэк Холл в прошлой игре. Ладно, ребята разбирают себе героев. Мы сейчас включим вам ингейм. Еще раз покажу паблик, раз таки, в котором проходит конкурс. И который хотел, чтобы вы подписались. Был бы очень благодарен вам за это. Ну и вот он, Твиттер. Собачка, давайте читайте. Так, разбор героев прошел успешно. Да, ну вот к чему я говорил про соло РММ, потому что Лизард, который вот топ-6, он взял себе Мипошку. Когда такие задроты берут себе Мипошку, становится интересно смотреть, да? Ну, ладно, давайте сразу познакомимся с игроками. Итак, секреты. Пупей будет суппортить нас на Свене, но Тейл второй суппорт, опорный суппорт на, конечно же, Виспе. СФО пошел на паке в сложную, Симба. Дум, я так понимаю, полулесной какой-то. Ну и Куроки у нас будет вместе с Виспом, конечно же, на Морфе играть. И будет в качестве мейн-керри. Ну и Майн Сенти. Вот он, Грязина, Тролль Варлорде, капитан команды. Мич вторую игру подряд сыграет на Миранке. Наташа вторую игру подряд сыграет на Огармаге. Милан на Джакиру. Ну и вот он, Лизард, тот самый Мипошка. Поехали. Поехали смотреть за этой игрой. Но сразу же забегают в чужие леса, мы видим, чтобы проставить варды. Сентришник сунули один. Аккуратнее, конечно же, Наташа возглавляет это движение, ибо у нее есть единственный точечный стан, чтобы в случае его можно было кого-то подцепить. Ну а план-то простой, да, стан даешь, потом эрол, так что здесь секреты подставляться не должны. Но они не подставляются, очень аккуратно сыграли, вот видите, поднялись на свой хайграунд, здесь кого-то ждали. Законтрят здесь топ-руну. Ну а свой лес, ну пусть там что-то делают ребята. Нам, в принципе, не особо важно. Ну и вообще, здесь вот в плане, опять же, лесничества, может быть только неприятно, если заблочат вот эти два спауна, Майн Сенти, да, вот этот вот и вот этот. То, что будет с этим спауном, это абсолютно все равно. Просто их тут некому выфармливать. Потому что Морф у нас будет стоять Медуз с Виспом, Дум на легкой линии будет стоять у нас, по идее, да, там. Ну, Свен, мы знаем, тоже особо не лесной фармил, и пахт нас сложно, но некому просто фармить леса. А почему эти два спауна было бы проблемно разблочить? Потому что здесь, конечно же, Висп, который их будет стакать, отводить и стакать. Я, кстати, удивлен, почему они сразу не пошли и не разрушили вот эти деревья, чтобы сразу два стака делать. Ну, видимо, позже это сделают. Ну, ладно.
Ну, кстати, если бы они пошли, то, возможно, нарвались бы как раз-таки на Майнсенте. Так, забегает тем временем Мич. Уже готов давать первый эрроу. Тролль соло мид у нас. Залетает стрела в своего, хотел кинуть у нас. А Мич перепутал немножечко героев. И тут, кстати, ой, сейчас у Мича-то будут проблемы. Куроки, а почему? А, Куроки перекачку прокачал, поэтому нет смысла ему идти. А вот Свен с Виспом подускорились. И давай наваливать. У Мича большие проблемы. Хиликсел даже тратить не стал. Это First Blood от Нотейла. Отличное начало. Хотел фаст ботл, получи фаст ботл, но тейл. Ну, лучше даже не придумаешь, по-моему. Атаж смещается вниз, к, ну вот вместе с мечом, теперь они будут стоять на линии, мешать Симби фармить. Рвовена Наташа. Вот такой, да, Аугарма, который там накидывает Игнайт, еще бьет. А если, конечно, нас очень-очень-очень серьезно гоняет Грызина. Ну, Грызин должен был понять по опыту предыдущей игры, что даже будучи Эмбер Спиритом, он сливал там эту линию в салат, да, умер два раза. И на тролле теперь нужно поаккуратнее сыграть, просто не подставляться. Наташа, кстати, будет подставляться. Пупей здесь. И Висп тоже рядышком. Пупей, буду давать стан. Бьют с руки трое. Наташа дает станчик и благополучно погибает. 2-0, начинаю Team Secret. Очень-очень-очень серьезно ошибаются Майнсенти. Да, отправляться куда-то в лес, это, конечно, идея здоровская, но не тогда, когда там рядышком гуляет Свен вместе с Виспом. Жуткое сочетание, которое лучше избежать. Вот Мич пытался подконтрить руну, но Тейл ее себе забирает, ботл. Ну, тяжело, да. Тяжело, конечно, Грязину, тяжело на сложной линии Миране получается. Гармак погибает. Единственная линия, где все может быть хорошо, и Майнсенти, только топ. Здесь Милан на фрифарме, казалось бы, против Пака стоит. Да, с другой стороны, Пака, конечно, он вряд ли прогонит, но хоть крипочков добивать-то Милан будет. Он ДСВ вот так вот нагоняет. Ну, ДСВ вынужденно пошел сложную линию. Мы понимаем, что это не его линия, конечно же. ДСВ у нас мидер, как и The Lion сыграл в миде. Так вот и за Team Secret тоже в мидлейне хорошо отыгрывает. Но вот здесь просто вынуждена такая замена ДСВ линиями, потому что, опять же, есть Висп плюс Морф. А им, конечно, приоритетнее стоять лучше на мид-линии и кого-то там доминировать и унижать. Как они сейчас, например, делают с троллем. Но тут тролля 5 крипочков всего лишь убито чужих, в то время как Куроки дает вейформ, убил уже 15 крипов, то есть 3 раза больше. Очевидно, преимущество как раз-таки Team Secret в этом плане. Вообще, получается, в мид-линию-то они выиграли в салат, на топе не умирает Пак, а на нижней линии фармит Doom, да? То есть у Секретов вроде все очень даже хорошо. Ну, опять же, 2 фрага тому тоже свидетельствуют. Ну и Пупей решил уже и тролля загангать. Висп потянется лучево, но Тейл как раз-таки такую нейтральную позицию выбирает. То есть он может одновременно и к Марпу подцепиться, и к Свену подцепиться может. Ну и вот эта вот троечка сейчас должна исполнить. Как интересный мув. Ну, есть вейформа у Куроки второго уровня. Стан у Свена первого. Марка имеется, Курьер пришел. Курьер дал сапог, вот уже он подтягивается, Пупей. Дал станчик, вейформа и умирает. Грызин. Планировали долго Team Secret, но исполнили на 5+. Все очень четко. Не подставили, сам подходил, видим, Мипошка. Ну, пока он что он может сделать? Мипошки пока двое. Вот. Мипошка вообще 7 суппорт, если вы не поняли еще, да, мы его вообще в игре еще не видели. Но он там вот на топе фармит. Вот, видим, второй у него сумончик появился. И сапог у него появляется, левел 3. Ну, пока соусо. Его не трогают, он и доволен. А как пойдет дальше, мы увидим. Ну и опять же, неразлучная парочка на Тейл плюс Пупей. Весь плюс Фен побежали в чужие леса. Тут очень неплохо можно подфармить Лизарда, например. Джакир, опять же, очень приятная цель. Герой вообще с основным атрибутом интеллект, по-моему, очень уязвим как раз для этих вот Весь плюс Фен. Слишком много дэмэджа эти могут ребята выписать. И выживаемость как таковой не нулевой у них. Ну и Мич остался наконец-таки один на линии. Пропал Симба, ибо Симба решил фармить леса. Укладывает рангфилла, чтобы можно было сразу захилиться. Я не помню, смотрели вы... Точнее, я это помню, я не знаю, вы помните ли вы. Вчера мы смотрели игру. Онлайн сыграли против кого? Играли против Майнсенти, опять же, или против другого. Не помню. Так вот, там тоже был момент, когда Зевс выкладывал поинтбустер, чтобы захилить себя арканами. И у него благополучно Батрайдер украл на врыве этот поинтбустер. Так что с таким выкладыванием нужно быть поаккуратнее. Так, ну что, Гармак, левел 3.
пытаются ли напасть хоть раз сами Майнсенти. Вообще, вот у них, конечно, пик не предрасполагает, и такой ланап не предрасполагает каким-то активным действием, да, потому что... Ну, потому что есть Мипошка, который поначалу мало что может загангать, есть один Огрмак, который тоже в соло не гангер, к сожалению, ну и Мирана, которая все-таки кор-герой. Если бы она бегала еще и суппортила как-то, да, была каким-то ромящим персонажем с Огрмаком, да, другое дело. Ну, давайте посмотрим, сейчас атаку на Морфа пойдет, ну, Морф здесь пол хп имеет, но у него опять же есть перекачка, есть выформа. Так все просто, там теперь не подцепили Мипошку, пытался он законтрить, не получилось, ссылочку тебе дал. Купей его убивает, пытается Милан в ответочку забрать, но Тейла... Пришел тролль, но Тейл на хайграунде стоит, снова подхиливать пытается. Его разорвал. Ну, разорвал его нейтральный крип. Так что Тейл опять же в плюсе. Денег Майнсенти не остается. И не достается. Залетает стрела какая-то. Вот она, стрела! Четкая стрела от меча. Точно в цель. Попей СВ здесь не смог. Ну и вот он, первый фраг для Майнсенти по факту. Но номинально 2. Бэйформа. Магнезита. Пытается пробить руки. Еще и спириты залетели. Поддамажили очень плотно. Ну и надо троллю уходить, наверное. Ну, Наташа пришел спортить. На развороте, может быть, Игнайт пошел. Вейформа. Что делает Куроки? Хочет забрать фраг. Стан тем временем Мипошку залетел. Наташу приговорили. А тут уже пошел мутать Шадо. Приходит Мич. У Мичи дабл дэмэдж есть. Хороший Таштурм выдает. На Тейла нужно забирать очень быстро. На Тейла отправляется наверное. Есть очки хорошие от Мипошки. Пытается пробить Пупей. Пошел трой вместе со своими топориками. Это минус 2. Пытается уйти Куроки. Куроки перекачивается. Приходит Тренсо. Очень плохой тримкал поставил по одному Мипошке. Только пытается уйти Куроки. Теряя Мич идет до конца. Стрелой промазывает. Куроки уходит таки. А где Пак? Пак улетел. Пак улетел. Встречает Милана. Ну и что? Можно, можно гнать. Ну нет, в принципе, прокаст уже есть, так что еще и СВО разводит, получается, этого Джакира. Попытается ли напасть, может быть, какой-то шальной или Зориор попадет. Без, конечно же, даггера еще и СВО. Ну да, решили просто полюбовно разойтись. Ну и в итоге 5-4, в итоге забрали, видим, Виспа из Фена, ребята из Майнсенти, потеряли Огрмака, так что соу-соу. Сейчас будет атака на меча, меч, лип, хорошо, и выйдет стан от Сфена, очень хорошо, на реакцию сработал меч. Но с пирицами его, ну, Тейл нормально пробил так. Главное, что меч живых остался и пойдет на базу регениться. Симба, тем временем, нафармил центрокил буцы, есть Gloves of Hest, дальше появится Метас. Ну, знаем, что это за дум такой будет, да, веселый дум, который покупает себе аганимчик. В идеале рефрешер, шивасгард, бегает, никого не боится, танчит и прочие гадости делает. Куроки с мида ПТ, два ассиста есть Аквила, есть Magic Seeker, левел 7. Ну, у нас 8 минут игры, в принципе, уже позади. Давайте посмотрим, наверное, какие-то графики, оценим. Ну, вот секреты действительно за активное начало получают себе 2000 плюс по деньгам. По XP вот были впереди Майнсенти, но вот опять же впереди секреты на 250. Преимущество небольшое, но оно уже имеется. Ну и пока Лизард. Лизард тоже своего веского слова в игре не сказал. Была одна смерть. Два ассиста тоже сделал за счет пуфиков и сеточек, но... Киллов нету пока. Ну, опять же, киллов, наверное, вряд ли будут, если пока он не соберет себе гоним или какой-нибудь тагер. Так, снизу у нас какой-то экшен. Пупей находит, есть стрела. Пупей подогнает. Им еще Старшторма издалека. Получает меч. Ой, стан, боже. Подвоем, как оказались здесь ребята из-за Майнсенти. Вот таки Мранец, она погибла. Она была потом, думала, что отправлялась в таверну. И пошел на Симба до конца. За Огрмак, Огрмак пытается стан. Наташа разворачивается, пытается как-то отманеврировать с помощью Лизарда. Но Лизард дал ссылочку слишком поздно и вынужден уходить на свой пух. Но в итоге размен 2 в 1 не в плюс команде Майнсенти. Так, а тут Грязина пошла атака. Симба пошел до конца. Пытается Грязин как-то это дело все законтрить и замикрить. Но в итоге получает банальную V-форму и отправляется в таверну. 8-5. Секреты пока хороши. Хороши. Гангут хорошо в итоге. И обороняются неплохо. Всегда все получается. Ну и всего 1300 монет. Майнсенти не сдаются. Ментальные какие-то ТП перемещения. Помним, что у нас есть Керри Джакиро, который толком себе еще ничего не собрал, но пытается подавить Пупе. Стрела! Боже, Пупе не смог это выйдет эту стрелу. Стан по двоим снова. Да, это как он это делает вообще? В итоге, конечно, все равно заберут. Но стрелы Пупе ловит еще с предыдущей карты. Мы помним, да, как на Энигме он тоже стрелы хватал налево-направо. Сейчас и в этой карте два раза уже стрелу поймал от мяча. Ну или меч слишком жесткий, либо Пупе у нас на реакцию не очень работает. В любом случае, не ок. Ну и Тауэр теряем, забирает секреты вот так вот просто без сопротивления, ибо оттуда ушел тролль Варлорд. Куда он пошел, кстати? Пошел он вниз тоже, пушит ответочку. Но там-то нормально, Тауэр разменяются, но здесь могут быть проблемы у Лизарда.
хоть и спрятался он, но если мимо пройдет у нас какой-нибудь Висп, который спалит сейчас, то будут проблемы. Лизард. Пуф пытается завязать, и сдули его. Очень быстро сдули. Нет возможности даже завязать пуфик, слишком долго он кастовывается. И вторая смерть от Мипошки. Ну и Дум покупает себе Дас. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Dire's top tower has fallen. Так, ну и Морф Тирениум спушил еще один тауэр. Ну, много денег зарабатывает себе Морф. Мы видим, у него топовый крипстат по индивидуальному нетворсу. Я так думаю, что он тоже топ. 6400. Ну, вы знаете, история повторяется. Только в этот раз вместо Наги Сирены у нас есть Морфик, который тоже очень даже неплохо фармит. И рискует выйти в такие же классные артефакты, как он уходил в предыдущей игре. Ну, кстати, в этом раскладе Мидас, ой, точнее, Скади был бы полезным. Опять же, если проводим параллели с предыдущим матчем. Ну, пытались подавить Майнсенти у нас. За один тавер по миду приходит СФО. СФО по-прежнему без даги, но денег, кстати, уже хватает. Откидывается станом, тем временем пупей. Приходит Симба, не дал ультимейт. Ставит центришник, и в итоге Майнсенти смогли убежать под Майнсенти Шадоу. Ну, а Пак вместе со Симбой забивают тавер. Так, Куроки пришел, вейформа, но Тейл ускоряется, будет его цеплять Наташа, проседает Урна сверху, еще бьют Спирит, на развороте дает стан. Наташа понимает, что, скорее всего, не уйдет, стан залетает мечами, и ЧВ идет мипом. И в итоге 1-0, пока Эро залетает, Пупей на этот раз не поставился, но убивает, зато Диспа там тоже много всего он нахватал. Ну что, пытается еще кого-то подловить? Меч, Эро в фулдауне, тролль, пошли топорики. Пупей здесь, Liquid Fire его ждет, Liquid Fire, Пупей живет, 7 хп осталось, да ладно, теперь не подошли Лизарда. Дум уже погиб вместе с Веном. Меч под хостой был, уже без хосты, подходит на Тейл, на Милана. Сбивает Долбреса, мы вэдит, вейформа, топорики пошли на Тейла, большие проблемы, но Тейл снова погибает. И Куроки тоже, да посмотрите, стан! Айспав, Куроки, вейформа будет, будет вейформа, там еще и Пак подошел, Дримкол по всем поставил. Снова вейформа. Лоу хпшные ребята из Майнсенти, как же они дерутся, лол, грязин, опять-таки топорики, делает очередной фраг, это минус 2, 10-11, ну посмотрите эти запасы здоровья, в которых у них остались после этого файта, Мирана, вот он тролль, вот он Джакиро, на грани смерти бегали, но в итоге хорошо себя показали, посмотрите, никого не потеряли, сделали минус 4, причем Пак, делавший байбек, ой, Вис, точнее, делавший байбек, снова погиб. Да, ну это 2100 денег, причем 1200 у противника отняли, итого разница в 3300 получилась, и 2600 опыта заработали, видимо, Майнсенти. Хороший камбэк такой, добротный. Пентворс, конечно, все равно, ребята, из Team Secret выглядят получше по кор-героям, но экономику это Team Secret-скую достаточно серьезно подпортило, подшатнуло. Ну, выигрывали они около 6000, осталось 2500, например, по XP. 3000 плюс были Team Secret, теперь 0. Ну и вот у Лизарда. Мипошка у нас там пытался что-то делать. Но он был в думе, поэтому мало что он мог вообще предпринять в этой игре. Пока появляется у него поинт-бустер. Ну дальше аганимчик, только после этого появится тагер. И уже тогда можно будет ждать каких-то нереальных врывов от Мипошки. И этого бешеного магического прокаста, который он может давать противнику. Папа Нотейл видит Наташу. Наташа видит Нотейла, разбегается в разные стороны. Пупей, сапог, Magic Wand. 2-5-4. Ну, Пупей поначалу играл очень хорошо. Мы помним, да, вот эти вот три фрага, которые они делали безответные. Ну, а потом Пупей начал пупеить. И в итоге 5 смертей нахоботил себе. Что плохо. Так же, как и Виз, в принципе. 4-4-6. Очень активно на Тейл. И очень активно он при этом умирает. Кстати, вот, СФО. Казалось бы, да? То есть 0-0-0. Вроде как враг вообще не принимал участия, судя по его статам. Но часть он принимал просто тогда, когда он влетал, либо уже было поздно, и он никого убивать не смог, либо не знаю, либо его просто не было. Так что пока не видим мы Пака, не видим мы Мипошку в игре. Не особо заметный товарищ. Так, там появился, я так понимаю, Горклав. Вот уже половина гонима собрана. Ну, ребята подуспокоились, уже перестали друг с другом воевать, хотя экшена, конечно, было очень много. И Даггер покупает себе дом. Так, тут нас находят. ДХД. ДХД помирает со скаста. Не пожалел пока Дримкоил поставить или Зорер кинуть. А ну и правильно. Тем более мы знаем, что это Керри Джакиро. Подбиваешь Керри. Приятно вдвойне. Скоро Кьюток очень интересно на этом билд выбирает. Яша плюс Госкептер у него есть.
Это не дефолтная какая-то ликид-сфера, плюс еще что-то, какой-то Ethereal Blade, да, это... Это Ethereal Blade будет, но после Яши. С недозабранным Манта-стайл. Ну, чем хорош здесь Ethereal? Да, в общем-то, ни о чем таким прям суперсерьезным он не хорош. Просто добавит, скажем так, Direct to Beast в Куроке, да? То есть, кого-то какую-то цель он выберет и будет ее с раскаста забирать. Ну, не знаю, там, ну, Миран какую-нибудь, может быть. Тролля, опять же, пока тут БКБ не дофармит. Можно сливать. Ну и забирает при этом еще Т1 Тауэр. Последним, как раз таки, Т1 Тауэр остался в Майнсенте снизу. Глиф Эртикейшн здесь юзается. Мич заряжает, или нет, еще не заряжает Мич только на исходной позиции. Снова покупает себе Мидас. На этот раз немножечко раньше. В прошлый раз у него был на 16 минут, сейчас он пораньше собрал. Так, на топе. Симба поджигает Наташу. Будет ли релокейт сюда? Да не обязательно, своп тоже себя подтягивается. Поможет сейчас, бьет с руки. Ну, даже вот сайленс давать не стал. Так, а тут по Питере может найти, кстати, Джакиру. Там ускоряется СФО, впрыгивает, и Сайленс, сразу же Дрим Койл, стан от Свена залетает, СФО, Иллюзори Орб дает, нужно добивает, и на свой же Иллюзори Орб ушел. И потому сейчас будет фить Майнсенти, ой-ой-ой, пришел на грязин, и тут же релокейт от Нателла и Куроки, это еще один фраг, минус 3. Майнсенти сейчас очень серьезно ошибаются. Дайте мне полный батлер, как что вы мне за этого тролля даете? Это непонятная система, вот эта вот валевская. Отображение результата по драке. Так, меч тоже поставляется. Минус 4. Минус 4, просто на ровном месте Майнсенти решили погибнуть. Хотя, казалось бы, должны были отдать только одного Огрмага вот на топе. И все. В итоге подставился и Свен, и Мирана, и Тролль. Все вместе взятые. Да, так, конечно. Негоже делать. Надежда на Мипошку. Вот Лизер не фитит, старается не фитить. В таком случае в этом моменте я не нафитил, окей. 750 монет осталось до покупки полноценного Аганима. Добавляется лишний один клон. Ну а потом финишная прямая до Даггера. И уже вот тогда Мипошка станет полезным. И мы хотя бы сможем разок понаблюдать все действия, когда Мипо залетает и всех разбивает. Вообще вот в идеале, да, вот представим какой-то такой момент. Минута 20 какая-нибудь там, да, 25-я, окей. Начинается драка. Секрет там кого-то фокус, убивают тролля, там блядь, еще кого-то. И тут выпрыгивает Мипошка. Таггер Аганим. Морф сразу. Минус. Висп минус. Пак минус. Ну, потому что реагировать не успеют. Свен суппорт тоже минус. Дум пока тоже минус. В общем, действительно, здесь в идеале залета Лизарда, ну, убить он может всех. Абсолютно всех. Но опять же, это только в утопических каких-то там моментах. В утопических раскладах для Майнсенти. Но по факту при хорошем даже заходе от Лизарда, ну, кого-то убивать он точно должен. Одного, двоих. Это запросто. Ну, у нас в среднем, правда, пидит ребята из Майнсенти. Убирают Джакиро. Пак покупает себе. Мидас, стрела в Куроке залетел. Это Мич. Это Мич в деле. Так. Пошел ему Найт Шадоу. Гризайн здесь. Подгрызает Нотейла. Топорики. Ускоряется Гризайн. На развороте стан Пупея. Начинает пробивать тролля. Пошли станы. Лиза подкидывает сеточки. Пупея держит на месте. Пупея у нас юзает Far Cry. Пробивает его очень сильно. Все следочки. Следочки еще пошли, но не догоняют его немножечко. Тут у нас разорвался опять же Ignite, Куроки. Пробивает меча, Мич. Разворачивается, Ethereal Blade пошел и разбивается. Разделил Ethereal Blade, да, Куроки. Пытается убить меча. Огрмаг тем временем слился, а Мич таки уходит. Ну и погоня пошла дальше за троллем. Ну, это не погоня, это просто. И Аганим в итоге собрал себе товарища Мипошка. Ну вот так вот, да, пытались у нас Майнсенти сами напасть, но в итоге получилось, что сами и погибли. Причем драка была без участия Пака, без участия Дума. Втроем там ребята из Секрета сопротивлялись пятерым, так что... Секреты действительно очень сильные, особенно Куроки. Очередная стрела залетает. Какая-то она очень хитрая была в исполнении меча. Точно мимо, но Тейл покупает себе Аркан Буцы. Ну а Свот тем временем сплитпушит. Мидас Даггер у него есть, 1200 монет, 2.02 у него КДА. Вылетает Мипошки. И пошки пофармить немножко. А, Лизард. Рановато еще с одним Аганимом лететь в драку. Тем более только вторая сеточка. Орбайнд. Или Орбинд будет правильно, не знаю. И заходит Рошана. Вот Рошану забирать дело хорошее. Тролль сейчас даст тебе Battle Trance. И вот можно нарезать. Очень быстро нарезать. Хотя, возможно, вот за счет того, что тролль плюс Мипо, вот такая вот связочка,
они попытаются вывести Мипошку не вот через дагер, как это обычно бывает, да, а через кого-то такого боевого пацана, который там купит себе, ну я не знаю, какие-нибудь Керасы, что-нибудь, Владимир какой-нибудь, да, вот на плотность, на жирность, Тарасочку, и пойдет просто бить с руки. Топориком своим, лопатками, этими черенками уничтожать. Ну, Тауэр тем временем потеряли у нас Майнсенди на топ-лейне. Размен на Егис получается так, Пупи откидывает там Наташу. Спирица залетает, на пол ХП Громага пробили. Но драка дальше не продолжается. Хотя Ренюк уроки в Лизарда. У Лизарда есть ли что, Егис, да, помирает он, а Егис отдал. Дримкоил. По четверым неплохо. Очень даже Айсма пишется на Куроке. Сразу же Махрапирка пошла. Пошел трой, пошел Мипошка после респауна. Куроки пытается забрать Куроки. Выхиливает очень сильно на ТЛ. Ну ладно, сзади скрын тиренем заходит. Пупей! Вместе с Сибой. Посмотрите, как они раскладывают ребят из Майнсенди. Это просто минус 5. Вот это да! Вот это называется Куроки забайтил. Майнсенди на секунду показал, что они как будто забыли, что вообще у секретов есть какие-то другие персонажи. И зашел Дум. Зашел Симба. Зашел Пупей, конечно же, станом по всем с помощью своего ГДСа. Ну и там, конечно, разрыв шаблонов произошел плотный. Да, это будет Свен через Аганим. Тот самый Свен, которого я хотел очень-очень сильно увидеть в профессиональных кто-то матче. Поинт бустер. Все нормально. Недособрал еще, конечно, немножечко, но тем не менее. Минус 5. Шикарный минус 5, конечно, сделали у нас Team Secret. Пак покупает себе догон, заходит сразу на хайграунд, получает игнайт. Не страшно пока. Преимущество, боже, снова замес только. 17 тысяч по деньгам стало, по XP 14 тысяч. Ну вот эту игру, конечно, перевернуть будет очень сложно. Так, стрела. Ну если в той карте там задача Майнсенди сводилась к тому, чтобы забрать Нагу, да, и позже делать перевороты после убийства Наги, то здесь непонятно, то есть убиваете вы одного морфа, вам там потом Свен раскладывает вместе с Думом каким-то. То есть и другие альтернативные варианты. Здесь не просто Нага плюс 4, здесь морф плюс Дум отдельно, плюс Пак, плюс Виз, плюс Свен, который очень мощный. Смог прорезать Майнсенди, пытается кого-то подловить, сейчас вот он СФО, СФО спалил смог. Уходит Shift, будет уходить, а вот подцепили Симбу. Да, Симбу здесь, конечно, никуда не уйдет. Дримкоил тем временем был поставлен от Пака. Будет ли продолжение? Судя по всему, будет. Пак, Лизориор подает здесь Куроки. Подтягивается на ТЛ. Ой-ой-ой, SZ Real Blade, да, плюс Adaptive Strike. Разрывает тем временем Куроки. Просто-напросто Джакира пошел, Мипошка впрыгивает здесь на пуфиках. Secret, SFO. Дает Silence, Лизориор. Забрали в итоге, видим, Беспа, ну и тролль тоже погиб. В итоге 2 в 2 размен. SFO будет ли продолжать атаку? Ну, вроде хочет. Куроки тоже хочет. И Зерил Бейт мне скоро откатит через 10 секунд. Так, СПО зашел. Прогоняет. Залетает на стерене Бист на релокейте. Ну, то есть разорвали в секунду. Просто на посту Гармага. И меч. Стрелу откидывает и получает сразу же расклад с Дептив Страйка и погибает. Ну и даблкил Куроки. Куроки просто не остановить. Посмотрите, Тоби по Нетворсу. 3 кор героя Steam Secret. И, конечно же, топ-1 это Куроки. 14 тысяч Нетворса. Ну, мы любим с вами какие-то сравнения проводить, да, и вот к вам примеру, например, Морф нафармил столько же, сколько, ну, почти столько же, сколько нафармила Мирана и Тролль вместе взятый, либо Мирана плюс Мипошка. У нас какое-то безудержное веселье продолжается, это у нас Пак развлекается, тут просто с прокаста выносит перед ногами Мипошку. Да, ну, теперь уже все очень грустно у Майнсенди. Настолько грустно, насколько это вообще возможно. И пошел, попей. Стан, Наташу и Зерил Блейд сразу. И Адептив Страйком накрыть надо бы. А улучшил своей формой. Сразу под стрелу подставляется. Это стрела без продолжения. Ибо твои уже в таверне сидят. Да, ну неужели вот на этом игра закончится, и Майнсенди все-таки не смогут дать отпор секретам? Ну и вы знаете, давайте признаемся, секреты действительно хороши. Сколько негативных отзывов за последние матчи было на Team Secret, что кто-то перестали не играть в свою доту. Вот вам, пожалуйста, яркий пример. Разные, совсем разные стратегии в двух играх. И одинаковый расклад по этим стратегиям. Отличная реализация в том и другом пике. Заходит по миду, сносит тем временем бараки. Шивасгард тем временем появляется, видимо, дома. Залетает Шивасгард. В уроке тоже залетел, Дримкоил поставил. Исход дает прокаст. Все время сальт по всем залетает. Лизард пытается что-то сделать против Флая. Флай его прогрызает очень серьезно. Там получает уроки. Размен тем временем 1 в 1. Появляется Moonlight Shadow. Пошли под Moonlight Shadow, ребята, из Майнсенди. Догонять кого-то из Team Secret. Вот он на Тейл и узгодит. Смотрите, вместе со Свеном на релокейте. Отличный сейв.
И диспак только один остался, и свой подставляется, Сайленс дает, тут его разрывает, секунду, просто Мирана вместе со своими ребятами, и это 1-2. Но Виз придет, Виз приходит, вместе с Пупеем, кстати, приходит, на развороте может уже подраться, Вейформой, Лизарда разорвали, пытается уйти тролль. Пробивает его Пупей, пока промахи срабатывает, но тут Нотейл подцепился, видим Пупей, пытается подхилить, Наташа один против Нотейла пытался драться, но трипл килл бай Куроки, ибо Куроки никто не фокусил, Куроки бил с руки. Да, 2 в 5, 2 в 5, трипл килл бай Куроки и очередной тимвайп команды Team Secret, и сразу же перемещение на нижнюю линию, дабы снести еще одну сторону. Шикарно. Ну вот, наконец, собраны, и все. У меня ачивочка выполнена, такая стримерская, да, то есть какие-то интересные вещи находить в играх. И я нашел Свена с Аганимом. До этого я еще ни разу не видел после патча, когда на Свене покупали этот артефакт. И Пупей красавчик, он его собрал. Добавляет дэмэджа теперь он всем с ГДС. Ну, в радиусе, конечно, но, блин, там дополнительно сколько получается. Он силен 200% будет на 16 уровне. А на вот ауру дает 80%. Антилерон ауры со скидком 80%. Ну серьезно, очень серьезно. Купается все-таки ликетсфера морфинг на, ну, третий только артефактом. Но надоело ему, что станы, что все залетает. Наташа приходит, разрывает с прокаста. И на репликату сразу свою уходит. Отличный соло-фраг. Ну, нижнюю линию Team Secret не развалили. Значит, еще какое-то время игра продолжится. Релокейт на Симбу. Есть айспап, пошел тролль. Пытается подловить кого-то. Опять же, Куроки залетает. Отличный прокаст делает. Это минус 2. И сразу же перемещаются на нижнюю линию. Будут разбивать сторону. Ну и как сейвить? Как сейвить Майнсейн? Да уж, наверное, никак. 25 тысяч преимущества по деньгам. 20 тысяч по XP. Уже просто даже нечем убивать. Даггер появляется Рим Куроки. Продолжает делать всякие заряды блейды. В Юлся поднимает Джакиру. Или Зориор пошел. Сеточки пошли от Лизарда. И Пупей. ГДС прожал. Пупей. Тут Лизард пытается мансовать своими мипошками. Разорвали его просто в салат эту мипошку. Разорвали также Миран. Наташа пытается уйти. Наташа тоже погибает. Два байбека со стороны ребят из Майнсенти. И ГВП прописывает нас товарищ Милан. Посмотрите, куда мы шли. 52 плюс 94. Нормально. Нормально, нормально. Да, ну и 2-0. Секреты побеждают в этом матче. Очень хорошие две интересные карточки, вводы которых... Ну, а первая карта уже вот есть на моем YouTube-канале. Вторая появится в ближайшем времени. Уже, я думаю, в течение часа. И да, ну вот так вот у нас подходит к концу сегодняшний единственный матч в рамках Dota Pit League. Я вам, ребят, сразу скажу, что завтра мы с вами продолжим смотреть Dota Pit League. У нас будет два матча. Еще раз напоминаю, HellRaisers против Cloud9 начнут игру в 21 по Москве. Но после этого секреты снова будут нас радовать своими матчами против, опять же, тех самых HellRaisers. 23:30 в Москве начнется второй матч. Вот, но это будет уже завтра. На сегодня все. Тем, кто остается принять участие в розыгрыше, вы оставайтесь. Еще раз напоминаю, что в паблике было веселое голосование. Нужно было оставить свой голос, сделать лайк, репост. И также напомню, что сегодня, кто подписывается на канал, у вас еще есть время подписаться, подписка платная, те в подарок получают рандомный сет. Вот. Ну и плюс к остальным там бонусам за подписку, которую вы тоже будете получать. Ладно, ребят, всем спасибо за внимание, розыгрыш через пару минуточек я все оформлю как раз-таки, ну и остальным желаю спокойной ночи и до завтра, завтра услышимся.